Оркестр. Ведь у нас есть музыкальные инструменты, можно взять любой инструмент, встать рядом с Антонио, с моим большим маленьким кругом, выбирай любой себе инструмент, потом можно будет поменять. Возьмем маракасу, будешь, наверное, самое простое, да. Начнем с маракаса. Да нет, хорошо, давай посмотрим, у тебя получится на ней играть. Хорошо, вот так, становись рядышком. Кто еще будет в оркестре? Все желающие приглашаются в наш оркестр. Главное слушать музыку, да, сначала слушать музыку, играть ритмично, ритм музыки, следовать музыке. Приготовились. 3, 4, начали. Чего ты? А ты прямо...